Волгоград готовится к первому детскому благотворительному марафону «Снежный ангел». Он будет проходить с 20 декабря во Дворце спорта в рамках новогодней выставки-ярмарки. А инициаторами этой акции стал волгоградский ТОС «Добрый дом», активисты которого хотят собрать подарки для детей с ограниченными физическими возможностями, оставшихся без попечения родителей, а также из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Людмила Кухарева подробнее. В самые волшебные праздники, Новый год и Рождество, все ребята, особенно те, у которых нет родителей или из малообеспеченных семей, должны обязательно получить подарки. И поможет им в этом «Снежный ангел». Так называется благотворительный марафон, организованный специально, чтобы поддержать нуждающихся детей. Я вообще считаю, что как бы каждое название, оно должно быть таким говорящим, и чтобы оно не повторялось, чтобы вот такое было красивое. И если вы посмотрите, то у нас «С» — это такая маленькая буковка, «Нежный ангел». То есть это и зимнее название, и в то же время как бы такое, что для меня ангел — это такое что-то светлое, чудесное, это какой-то... что-то сказочное, волшебное. В рамках марафона пройдут благотворительная лотерея, аукцион в пользу детей-инвалидов, концерты, новогодние представления и творческие мастерские. В них сможет поучаствовать любой волгоградец и подарить сладкий подарок или игрушку для ребенка, которому нужно тепло и внимание. Идею провести такую грандиозную трехдневную благотворительную акцию уже поддержали губернатор Сергей Баженов, представители бизнеса, студенты и волгоградские блогеры. Наша как раз будет задача сделать так, чтобы это мероприятие стало таким массовым, да, и очень известным. А как мы это будем делать? Ну, способ, в принципе, понятный, да, соцсети, мы все общаемся там, и как раз вот сквозь это общение, да, информирование, я думаю, мы достигнем этого результата. Марафон стартует через полторы недели, 20 декабря, а у ребят, для которых он проводится, уже появились первые подарки. Это микроволновка и кухонный комбайн отправятся в отделение для отказничков 5-й Волгоградской детской больницы и в детское отделение хосписа. Людмила Кухарева, Василий Кострикин, телекомпания «Ахтуба».